Газификация в Якутии идет в плановом режиме. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил министр промышленности республики Андрей Панов. По его словам, в этом году планируется газификация 5 сел в Чурапчинском, Мегино-Кангаласском и Горном районах. Газ поступит в 1900 жилых домов. Что касается магистрального газопровода «Силы Сибири», министр сообщил, что согласно программе, подписанной в рамках Петербургского международного экономического форума, в ближайшие 5 лет предусмотрена газификация 4 районов – Алекминского, Ленского, Алданского и Нерюнгринского. По силе Сибири планы не изменились, порядка 13 миллиардов будет стоить эта программа на ближайшую пятилетку. В этом направлении будет часть за счет средств федеральной компании «Газпрома» и за счет Республики Саха-Якутия часть средств. «Газпром» будет строить за свои деньги высокую сторону, магистральный газопровод, газопроводы, отводы, АГРС. Мы будем строить внутрипоселковые, внутригородские газопроводы.